Привет, друзья! Вы на канале Рыбак 87. Моя жизнь рыбалка. Сейчас раннее утро. Я потихонечку двигаюсь к берегу реки Волга Саратовского водохранилища. И моя цель сегодня — это ловля судака и берша по последнему льду. Поехали! Река Волга, Саратовское водохранилище. Русло Волги уже течет. И начинаю игру. Есть! Поклевка происходит. Хорошо так дубанул. Уже где-то рядом. А размерчик прям отличный. Потихонечку я подхожу к реке. Вот она, можете видеть. И сейчас буду выходить на лед. Русло Волги частично уже начало вскрываться. Вот вдалеке полоска открытой воды. Сейчас поближе подойду, будет лучше видно. Ну а пока посмотрим окружающую меня местность. Сейчас уже конец марта, последний лед. Я надеюсь, то, что будет клевать рыбка. Попробую я сегодня половить на мормышке с тюлькой. Попробую я половить на балансир. Ну а что из этого выйдет, мы увидим вместе с вами немножечко попозже. Я сам не знаю, какой сегодня будет результат, потому что нахожусь прямо в центре города Самары, где Волга достаточно запрессована. Здесь много людей рыбачит. Ну и я считаю, рыбы в этих краях не так много. Поэтому не уверен я в очень большом улове сегодня, но постараюсь все сделать для этого, чтобы заснять и поймать рыбку. Ну и вот он, выход на лед. В принципе, лед еще достаточно толстый. Можно рыбачить. Хотя погода в Самаре и Самарской области уже установилась достаточно теплая. Плюсовая температура днем. Но вот Волга еще держится. Сейчас пойду ближе к руслу Волги. Можете видеть, что сидят рыбачки. Вот здесь вот. И вот здесь один человек сидит. Я пойду сейчас как можно ближе к руслу, к фарватеру Волги. Глубина будет примерно от 12 до 16 метров в точке ловли. Ну, и как я ранее сказал, основные объекты ловли сегодня — это судак и берж. И смотрите, уважаемые зрители, вот там уже вода. А здесь еще лед. То есть фарватер реки Волга уже открыт. Там вот, если присмотреться, даже льдины плывут по воде. Ну а где я стою, тут еще достаточно крепкий лед. Беру я первую лунку. Но лед такой не тонкий. Половина шнека. Примерно вот так вот. Такая толщина льда. Начну сегодняшнюю рыбалку я на мормышке. Такие две мормышки у меня висят. Нижняя тяжелая, вольфрамовая. И вторая более легкая. Уже керамическая, фосфорная. На эти мормышки я буду насаживать тюльку в виде насадки. Ну вот я насадил насадку в виде тюльки. Вниз целую рыбку. Ну а на верхнюю мормышку половину насадил. Ну и буду опускать в лунку. Вот, нашел дно. И начинаю
игру. Стучу по дну и потихонечку стравливаю вниз по течению. Иногда делаю проводку вверх, как сейчас вот. Поклевка есть. Начал приподнимать мормышки от дна, и произошла поклевка. Надо сказать, рыба хорошая. Прям хорошо так сопротивляется. Долго будет длиться вываживание, поскольку глубина подо мной очень большая. Вот уже где-то рядом. И вот такой, друзья, отличный бёрш. Супер. Грамм, наверное, на 700-750. Вот такой волжский бёрш. Иду я к новой лунке. Рыбачки здесь рядом рыбачат. И вот такая вот Волга весенняя. Еще поклевка, друзья. Наверное, снова берж взял. Слабенькие поклевки, если честно. Видно, рыба не очень активна. Но размер должен быть снова неплохой. Хорошо так сопротивляется. Бойко. Уже можно сказать, по-весеннему. Уже рядом. Ах, начал дергаться. Вот он. Ой, это судак, друзья. Великолепный судачок взял. Я думаю, такой же грамм 700, как и предыдущий бёрш. Вот, на кислотную мормышечку с тюлькой. И посмотрите, какая красота. Весна на Волге. Пробивается солнышко и потрясающий вид. Смотрите, друзья, какая красота. Хорошо сейчас, вот я думаю, вам будет видно, что русло Волги уже течет. Но у меня пока ловля со льда, судачка и берша. Есть, друзья. Поклевка происходит. Так очень плавненько нажал. Я даже сомневался, рыба это или нет. Оказалось, рыба. И рыба не маленькая. Ох, какой хороший берш, посмотрите. Прекрасный бершик. Взял на нижнюю мормышку. Быстренько сейчас одеваю тюльку и назад. Неактивно, конечно, клюнул бершик. Так прям еле-еле прижал. А размерчик прям отличный. Я думаю, грамм 600 в нем. Несмотря на то, что последний лед, сейчас рыба, конечно, не активна. Сегодня, по крайней мере. Возможно, это связано, что постоянно меняется погода. То пасмурно, тучи набегут, то солнышко пробивается. Может быть, из-за нестабильной погоды еще такой клев. Ну, сейчас буду надеяться на продолжение.
стучу я по дну своими мормышками. Ну и время от времени приподнимаю от дна. Есть еще поклевка. Но сейчас рыбка помельче, чем первый берж. Ну да, явно что-то небольшое. Вот, смотрите, друзья, какой маленький бершик. Бершик клюнул маленький какой. Такого, я думаю, что я отпущу. Вот, уплыл. Теперь взял на верхнюю мормышку, съел верхнюю тюльку. Сейчас насажу новую. Удачная лунка. Уже две поклевки. Обновил я тюльку и быстренько опускаю назад. Долго я не сижу на одном месте. Если нету поклевок, перехожу на новую лунку, как я это сделал сейчас. Клев, конечно, пока такой достаточно слабый, но уже есть улов. Пару бершиков и судачок. А даже еще одного бершика я отпустил. Получается, три берша и судачок мною пойманы уже. Вот, достал я до дна. И начинаю игру. Ну, кстати сказать, течение не сильное сегодня. 11 грамм у меня сейчас висит. В принципе, для русла Волги это очень-очень мало. Может быть, поэтому и клюет так вяло. В основном прям все поклевки вот тык-тык сгинает вот так вот прям чуть-чуть. То есть резких каких-то таких поклевок, ударов нету. Еле-еле пригинает кивок и все. После обеда течение совершенно встало на Волге. Поэтому я решаю попробовать половить на балансир. Поставил вот такую вот семерку рапала. Взял удочку бескивковую. Ну и еще подсадил на крючочек маленький кусочек тюльки, хвостик. И опускаю к волжскому дну свой балансир. Когда встает течение, вибы и балансиры начинают работать ничуть не хуже, нежели мормышка с тюлькой. Что я сейчас попытаюсь продемонстрировать. Вот, опустил я ко дну. Вот оно дно, можете видеть. Стучу по дну. И, в принципе, нисколько не сносит мой балансир. Весит он 18 грамм. Чуть-чуть подматываю и начинаю делать взмахи. После того, как сделал взмах, немножко подыгрываю. Вот на таком вот мормышинге, как я сейчас играю, большинство поклевок происходит. Есть! Поклевка происходит. Вот и балансир сработал. Раполовский. Рыба, надо сказать, не очень крупная. Сейчас посмотрим, кто это, судак или берж. Небольшой судачок взял. Вот, на балансир. Сейчас я его аккуратненько сниму и отпущу подрастать. Ушел судачок. Ну а я продолжаю рыбалку. В основном я заметил, на балансир лучше ловит судак. А берж на Волге у нас лучше ловится на мормышку с тюлькой. Вот почему-то так
ситуация складывается. Ну вот и балансир у меня разловлен. Надеюсь, что еще будут сегодня поклевки. Ну а пока опускаю в очередную лунку. Есть поклевка. Вот вторая рыбка на балансир клюнула. Ну, правда, очень маленькая, честно говоря, друзья. Сейчас попытаюсь затащить. Вот, посмотрите, какой маленький бёршик взял. Чуть больше балансира. Я думаю, подсадка сыграла роль. То, что я подсадил кусочек тюльки. Такого берша маленького, конечно же, я тоже отпущу. Вот, уплыл. Ну вот, как видите, работает сегодня и мормышки. Хотя на мормышку рыба ловилась гораздо крупнее. Ну и на балансир тоже есть поклевки. Правда, пока вся мелкая рыба. Очередная у меня лунка. Играю балансиром семеркой Рапала. Поклевок не так много, конечно. Очень много лунок я уже прошел. Вот видите, набурено штук 15. И вот было две поклевки. Ну, сейчас, если поклевок не будет, куда-нибудь ниже пойду на новое место. Смещусь. Тем временем происходит поклевка. И рыбка сейчас вроде бы нормальная. Мне кажется, неплохая рыба. Бьется сильно. Вот он уже тут. Судачишка. Взял. Ну, такой грамм 250-300 судачок. Ну, сопротивлялся очень достойно. Его я, конечно же, тоже сейчас отпущу. Осторожненько вытащу тройник. С ним все, я думаю, хорошо. И отпускаю потихонечку его в лунку. Вот, ушел судачок. Ну а я продолжаю. Опять же, сработала подсадка из тюльки. Ну вот, потихонечку я догоняю улов на мормышку с тюлькой. На балансир сейчас поймал уже третью рыбу. А на мормышку же, если вы помните, я поймал три берша, два таких хороших и неплохого судачка. Грамм, наверное, на 600, может быть, плюс-минус 650. Ну, на балансир, если честно, немножко поинтереснее ловить. Поклевки такие чуть-чуть поагрессивней, нежели на мормышку, где клевало прям еле-еле, кивок пригинало. Здесь же, когда ловишь на балансир, прям такие тычки, удары, можно сказать, в руку. Тем временем течение вообще встало. Леска вертикально вниз уходит. Можно даже балансир
более маленький ставить, более легкий. Ах ты! Возможно, вы видели поклевку. Прям так тык-тык два раза. Тыкнул. Не сильно, правда. Возможно, мелкий. Ну, сам факт. Очередная поклевка на балансир. Перешел я на очередную лунку, опустил балансир. И посмотрите, уважаемые зрители, весна на Волге, в Саратовском водохранилище. Сейчас вот, думаю, вам очень хорошо будет видно открытую воду. Вон вдалеке Жигулевские горы. А вон там вот город Самара. Ну а я сажусь в новую лунку. Есть! Хорошо так долбанул, задрал кивок. И очередная поклевка на балансир и рыба. Не совсем стекляшка. Ну и не крупный, конечно. Нет, мелкий все-таки. Можно даже сказать, стекляшка. Такой, конечно же, пойдет подрастать. Вот сбоку рта засекся. Подбил мой балансирчик. Иди, судачок, живи. Давай. О, помахал мне хвостиком и уплыл. Поменял я сейчас балансир, поставил вот такой вот небольшой балансир от фирмы Lucky John, который называется Nordic. Течение совсем спало в обед, поэтому можно таким вот даже небольшим спокойно достать до дна. Погода сейчас прям весенняя, действительно, даже жарко мне. Куртки зимней. Наверное, где-то плюс 3, плюс 4 сейчас температура на улице. Есть! Поклевка, друзья! И вот первая рыбка на балансир попалась. Правда, она небольшая, честно признаться. Да, совсем небольшая. Вот такой вот маленький судачок взял на балансир, и он идет подрастать. Осторожненько, давай, давай, давай. Ну, помахал мне хвостиком и уплыл. Ну что, уважаемые зрители, наверное, буду завершать мою сегодняшнюю рыбалку. Поклевок у меня, к сожалению, больше нет. Солнышко уже начинает садиться за лес, поэтому буду собираться. Обязательно ставьте лайки. Кто еще не подписан, подписывайтесь на мои каналы. Рыбак 87, моя жизнь рыбалка. На Ютубе, в Яндекс, в Дзене это можно сделать. Ну а с вами мы увидимся в ближайшем моем выпуске с водоемов средней полосы России. До свидания, друзья. Пока.